Если можно, этот самый маленький холодильник. Холодильник кто-то нужно. Да, поломался. Думаю, кто-то что-то поможет, придумает что-то. Вот, я же говорю, говорите, что нужно. А мы уже будем что-то думать. Ну так помогаю, да, через тебя, ну, Андрей, там вот вы сегодня приехали. Да, ну, сейчас я мы вас узнала, именно в принципе, благодаря Андрею. Саша. Я тебе свой дам. Сейчас успокойся. Так, ну, мы еще приедем к вам, еще привезем что-то. Спасибо. Спасибо, что приехали. Дай вам Бог здоровья, честно. Главное, чтобы он защитники росли. И в школе учились. Хорошо учитесь в школе? А? Конечно. Нет? Признается. А кто учительница? Как зовут учительница? Плохо разговаривает у нас. Саша. Второй класс, он у нас плохо разговаривает. Ну, конечно, тут сколько под стрессами жить. Как раз перед войной пошел в школу. Мы в подвале сидели, пока нас не ДНР, нас не вывезли. Мы жили на Роза-Люксембург. Вот, в общежитии жили, а потом уже снимали квартиру, да? Если можно, этот самый маленький холодильник. Холодильник кто-то нужно. Да, поломался. Думаю, кто-то что-то поможет, придумает что-то. Вот, я же говорю, говорите, что нужно, а мы уже будем что-то думать. Ну так помогаю, да, через тебя, ну, Андрей, там вот вы сегодня приехали. Сейчас я вас узнала, в принципе, благодаря Андрею. Саша. Я тебе свой дам. Сейчас успокойся. Так, ну, мы еще приедем к вам, еще привезем что-то. Спасибо. Спасибо, что приехали. Дай вам Бог здоровья, честно. Главное, чтобы он защитники росли. И в школе учились. Хорошо учитесь в школе? А? Конечно. Нет? Признается. А кто учительница? Как зовут учительница? Плохо разговаривает у нас. Саша. Второй класс, он у нас плохо разговаривает. Ну, конечно, тут сколько под стрессами жить. Как раз перед войной пошел в школу. Мы в подвале сидели, пока нас не ДНР, нас не вывезли. Мы жили на Роза-Люксембург. Вот. В общежитии жили.